Понимаете? Если я вижу, что собака бежит и у нее напухшие сиси, я обязательно приторможу. А по возможности выйду и посмотрю, куда она бежит. Ведь если собака на обочине бездомная бежит в поисках еды, значит, у нее есть дети. Если удается накормить и проследить, куда именно она приведет к детям, мы забираем и детей, и маму. Если не удается, хотя бы накормим. Эту маму она показала, где ее дети. Ну что, моя хорошая? Ребята, у мамы пироплазмоз. Малыши крошечные. Капаем маму, капаем деток. Если Бог даст, сможем вытянуть. Что, моя солнышко? Ну-ка, покажи. Этот плакса, его пришлось к маме поближе посадить. А остальные детки у нас спят там. Сейчас мы подготовим место для мамы отдельно. И после капельницы положим маму и ее деток в один отсек. Лерочка, что у нас здесь? Сейчас Лера заканчивает, да? Сейчас мы здесь закончим. Сейчас все вот это уберем. И сюда посадим маму. И будет у нас мама с детками. Да, малыши? Ребят, какое сердце надо иметь, чтобы отвернуться, пройти мимо и не помочь? Скажите, у вас хватит сердца отвернуться? Маму назовем Лиара. Лиара. Лия. Лия, Лиара. И помоги Бог, да, нашей семейке. Ребят, когда размещу малышку после капельницы, покажу вам дальше. Не знаю, ребята, это очень страшно. Ну вот страшно, понимаете? Как объяснить? Как отвернуться? Ребята, скоро Новый год. Подарите этой семье жизнь. Пожалуйста. Это в ваших силах. Болеть нам нельзя. Я думаю, что я еще несколько дней голос будет прыгать. То хороший после горячего чая, то опять хрипеть. Ну, это остаточное явление после болезни, после ангины, бронхита. Но, слава Богу, сейчас поправлюсь полностью, и все у нас будет хорошо. Работа, ребята, даже из-за моей болезни не останавливается. Как видите, у нас новая мама. Мамы пироплазмоз. Она вся в клещах чудовищных. И у мамы маленькие вот такие детки. Малышей тоже капаем, ребята. Малышей тоже капаем. Очень тяжело, очень... Ответственно, ребята. Я не знаю, смогу ли я вытащить деток. Но, знаете, я считаю, все в наших руках и в руках Всевышнего. Давайте уповать на Бога, но не сдаваться сами. Давайте, мои хорошие. Жизнь продолжается, все бывает. Хорошее, плохое, горькое. Бывает все. Поэтому, друзья, пожалуйста, главное не сдаваться ни вам, ни нам. Принес остальных малышей. Вот еще мамины. Это тоже мамины. Но эти чувствуют себя получше. А эти тяжело. Не волнуйся. Да, ребята, 7 деток. Мама капается. Мы посоветовались с врачом, укололи пироступ. Врач сказал, что можно рискнуть, и что для нее это дополнительная сила. Ребят, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я не знаю, кто из малышей укушен клещами. Не знаю, ребята, но клещей мы много собрали. А сейчас будем просто надеяться, что все будет хорошо.
Куда ты, слоненок, полез? Ты тяжелый. Куда, козленка? Все к маме. К маме, к маме, к маме. Дети хотят к маме. Я не понимаю, когда люди говорят, а мы никого никогда не встречаем, мы никого не видим. Вы не поверите, ребят, я никогда не смотрю вперед на дорогу. Я когда еду в машине, у меня голова вертится то влево, то вправо. И я могу собаку заметить даже метрах в 100 от дороги. Это уже, скорее всего, ну, интуиция, что ли, срабатывает. Или настолько напряжение идет, что реагируешь на каждое движение. Именно поэтому я очень часто нахожу собак. Я их ищу, наверное, неосознанно, на подсознании где-то, но глазами постоянно ищу. Иногда лежит собака, вроде бы далеко от дороги, просто лежит. Иногда проскакиваю мимо, а потом торможу. Потому что начинает возникать вопрос. Хорошо, она лежит. А почему она лежит, например, на солнцепёке или на холоде, одна в поле? Это же не просто так. И чтобы сердцем не мучиться, ребят, выхожу из машины и иду к собаке. И иногда нахожу с перебитыми лапами, с перебитым позвоночником, с перебитым тазом. Иногда собака на испуге успевает даже на поломанных лапах отбежать метров на 100, а потом падает и просто лежит. Я прошу вас, ребята, обращайте внимание на таких собак. Потратьте 2 минуты времени, встаньте, выйдите из машины и подойдите к такой собаке. 50/50 собака будет поломана. Но это зависит от человека. Я желаю вам жить чисто, спокойно. От всего сердца желаю. Я бы не хотела людям такой жизни, как у меня. Добра вам всем, мои хорошие. Добра вам, люди.